Всем привет, с вами Алексей. Вы на YouTube-канале The Watch, в том месте, где все на русских часах. Вы уже, наверное, знаете, что я являюсь большим фанатом дайверских часов и ничего не могу с этим поделать. Но увидев сегодняшние наши модели, вы поймете, почему именно их мы взяли для этого обзора. А пока проверьте, подписаны ли вы на наш канал, поставьте лайк этому видео и в комментариях не стесняйтесь задавать свои вопросы. А сегодня в нашем обзоре Seiko Prospex 300 и 200-метровый Marine Master. В рамках своей коллекции Prospex Seiko теперь предлагает головокружительный ассортимент дайверских часов. Они всегда были желанны, но не всегда были доступны по всему миру. Показательный пример – легендарный Marine Master 300. О нем слышали многие, но вживую видели далеко не все. Учитывая наше географическое положение и предыдущую историю бренда Seiko в нашей стране, он был представлен исключительно на сером рынке на протяжении большей части своего раннего существования, как SBDX-001. Но сейчас ситуация поменялась. Актуальный ассортимент теперь не роскошь, а реальность. Это не может не радовать. Новинки появляются в то же время, что и во всем мире. И уже ни для кого не секрет, что в течение последних нескольких лет Seiko приняли решение двигаться в направлении элитного рынка. Да, доступные Seiko из Conceptual Series никуда не делись, но усиление премиальных коллекций Prospect, Presage и Astron очевидно. Но это ни в коем случае не значит, что бренд банально поднял ценники. Просто моделей с более высоким ценником, обработкой, более современными механизмами стало больше. Но сейчас Seiko по-прежнему предлагает потрясающее качество за свои деньги. Сегодняшние наши часы имеют знакомые очертания. И несмотря на то, что Seiko больше не использует надпись Marine Master на циферблате, часовые фанаты по всему миру именуют их именно так. Сегодняшний профессиональный дайвер явно является эволюцией знаменитого MM300. Только в 2018 году Seiko незаметно перешла с вышеупомянутого SBDX на модернизированную версию Marine Master 300. Они сделали этот шаг, как и полагается, выпустив ограниченную серию. Именно тогда и появился потрясающий Deep Forest SLA-019. Новейший Marine Master 300 Professional в нашем случае это лимитированный SLA-047 и синий SLA-023. Отличаются от своих предшественников, как и полагается, большим вниманием к деталям. Делая отсылки к своему историческому предшественнику, свершилось то, о чем все не просто просили, а прям кричали. В новых Marine Master утолщенное сапфировое стекло с антибликом вместо минерального Harlex. Не то чтобы Harlex был плох, просто учитывая другие характеристики часов и ценовую категорию, утолщенный сапфир здесь чересчур уместен. Точно так же и безель, теперь он стал керамический, в нашем случае черная и синяя керамика. Безель стал немного больше и более плоский, но очень удобный, количество кликов в нем 120. Естественно, ни о каком люфте речь не идет. Были внесены небольшие изменения в циферблат, в основном связанные с добавлением или удалением обозначений. Циферблат выполнен просто шикарно. Зеленый цвет в лимитированной модели вдохновлен красотой острова Ириамоте в префектуре Окинава, который привлекает дайверов со всей Японии и других стран. Многочисленные коралловые рифы Ириамоте изобилуют морской жизнью, но особое очарование острова заключается в первозданных нетронутых мангровых лесах, которые окружают его. Накладные метки и стрелки полированные, на них нанесен фирменный сейковский, как всегда, сияющий люминбрайт. Также люминесцентной является треугольная отметка в районе 12 часов на безеле. На корпус и браслет часов нанесено особо твердое покрытие, которое Seiko называет диашил. Оно защищает от появления сеточки из царапин, которые обычно можно увидеть на браслете при повседневной носке. Данная технология очень практична, так как защищает от тех самых мелких царапин, которые чаще всего нас так раздражают. Конечно, от сильных ударов и повреждений эта технология не спасет, но в целом это очень практично. И что самое интересное, такой технологии не могут похвастаться даже бренды из более высоких ценовых категорий. Ну и куда же без знаменитой полировки за рацию. Да и в целом, количество граней и обработка в данном корпусе просто поражает. В
Диаметр корпуса 44,3 мм при толщине 15,4. Довольно габаритный корпус, но тут это не просто прихоть или элемент дизайна, здесь есть свои конструктивные особенности. Это так называемый монокок. По факту здесь просто нет задней крышки. Корпус состоит из двух частей – корпуса и безеля. Здесь все сделано для того, чтобы эти часы выдерживали фантастическое давление. А еще, благодаря комбинации корпуса монокок и собственных запатентированных прокладок, эти часы являются одними из самых герметичных, вне зависимости от ценовых категорий. Они просто не пропускают гелий. Эта задача для других брендов казалась невыполнимой, даже для той же Омеги, но на то они и японцы, чтобы решать нерешаемые задачи. В общем, эта комбинация делает гелевый клапан попросту ненужным, так как корпус и так полностью герметичен. Конечно же, на одних впечатляющих показателях герметичности и шикарной обработки Seiko не остановились. Внутри установлен 4-герцовый калибр 8L35, который в свою очередь является близким родственником Grand Seiko 9S55, который многие считают одним из лучших и точных механизмов Grand Seiko. L35 разрабатывался специально для дайверских часов. На нем не будет такой обработки, как на 9S, но учитывая, что это монокок, невелика потеря. Заявленная точность от минус 10 до плюс 15 секунд в сутки. Но спешу вас успокоить, на практике они с легкостью выдают хронометрическую точность. Причины, почему Seiko всегда скромничает, записывая паспортные данные, указывая параметры с большим запасом, скорее всего кроются в японском менталитете. Но на вопрос, почему часы не сертифицируют по стандартам COSC, ответ простой. COSC – это швейцарское бюро по контролю за точностью хронометров. Ключевое слово – швейцарское. А как вы уже догадались, швейцарцы японцам не указ. У них свое видение на эти вещи. Запас хода составляет более 50 часов. И все это на 26 камнях. Браслеты литые, сатинированные. Но на них присутствуют две довольно тонкие полированные полосы. Кому-то это понравится, кому-то нет, но то, что они добротно сделаны, у меня лично сомнений нет. Застежка, конечно же, литая, с олдскульным расширителем. Им мы можем пользоваться, нажимая на фиксатор в открытом положении. Заводная головка смещена в район 4 часов. Она завинчивающаяся и брендирована логотипом коллекции Prospex. К обеим моделям идут дополнительные силиконовые ремни. Черный к модели с синим циферблатом и зеленый к лимитированной модели. Лимит составляет 3000 штук. В обеих моделях 300-метровая степень водозащиты. Прибережем свои впечатления к подведению итогов. От себя добавлю, что относительно недавно Marine Master получил признание не только от сейковских фанатов, а в целом от всей часовой индустрии. И в 2018 году Marine Master победили в номинации «Лучшие спортивные часы» на Гран-при в Женеве. И вот перед нами еще две интересные модели с знакомыми очертаниями. Лимитированный зеленый SPB-207 и синий SPB-187. Эти модели тоже называют Marine Master, но все-таки это MM200. Здесь также присутствуют Zaratsu и Diashield. Отличный уровень обработки, но из главных отличий это корпус, механизм и дайверский расширитель. Корпус, как для дайверских часов, реализован классическим образом, с завинчивающейся заводной крышкой, что в совокупности с завинчивающейся заводной головкой и сейковскими прокладками позволяет достигнуть 200-метровой степени водозащиты и заниматься традиционным дайвингом. По механизму. В MM200 установлен мануфактурный механизм 6R35, который отлично зарекомендовал себя. Seiko успели его использовать в Sumo, Vila, Drag 62 Mass и Sharp Edge. По показателям. Частота полуколебаний составляет 21600 в час. Запас хода более 70 часов. Паспортная точность от минус 15 до плюс 25 секунд в сутки. Но вы поняли, по факту все гораздо приятней. Присутствует ручной и автоподзавод. Все это на 24 камнях. Завершая явные различия,
Дайверский расширитель выпилен в классическим образом для коллекции Prospex, но при этом раскладывающая застежка литая. По габаритам. Диаметр корпуса составляет 42 мм при толщине 12,5. На сегодняшний день это одни из самых тонких проспексов. Габариты очень сбалансированы. Благодаря загнутым ушкам эти часы отлично ложатся как на небольшое, так и на габаритное запястье. К лимитированной MM200 идет дополнительный силиконовый ремень. Лимит этих часов составляет 5000 штук. И давайте подытожим. Я искренне рад наконец-то вживую видеть 300 и 200 Marine Master. 300 рад видеть больше. Но давайте будем честными. Скорее всего, у меня уже давно случилась профдеформация, так как я каждый день вижу огромное количество наручных часов. Но когда в поле зрения попадают такие экземпляры, Monocoque 8L, еще все это приправлено за рацию и диашилдом, да кого вообще считать конкурентом для этих часов? Как вообще здесь можно устоять? Но все же, MM300 это часы для людей с ярко выраженной часовой болезнью, так как человеку далекому часовой индустрии тяжело понять, за что вообще здесь просят около 4000 долларов. А вот MM200 уже для более широкой аудитории. В них настолько отличный баланс технологий, дизайна, габаритов и цены, что Willard и 62 Mass еще придется побороться за свое место под солнцем. В общем, Marine Master это про эмоции. Эти часы нужно видеть вживую, их нужно обязательно примерить. По цене. На сегодняшний день MM200 стоит 47 500 гривен за лимитированные часы и 42 500 гривен за синюю модель, что при приводе в доллары чуть более чем 1500 и 1700 соответственно. В комментариях напишите, что вы думаете об этих часах. Своим мнением я уже поделился. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Встретимся через неделю.